Hey, yo, guys, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру по названием Borderlands DLC Pro Robot Revolutions. Окей, у нас миссия, получается, идет куда-то туда. Так, тут сундучок есть у нас. А, дерьмо, дерьмо, дерьмо. Вот этот более нормальный. Нам все равно деньги на продажу ничего не нужно такое. Сандерс Корг. Корч, корч. Так, окей. Пещеры. А в чем дело? Испугался? А тут несколько храбрых воинов наложили в штаны. В Санжгорже. И их было даже больше не ты мог бы. Что-то да-да-да-да, не понял ни хера. Так. Не могу. Хорошо. Что по хилам? Врач, когда есть мои машины со своими страшными иглами. Окей, поехали. Я на самом деле уже не помню, как играется все это дело, поэтому... Ну и сколько уже... Чтоб не соврать, месяца 5-6 не играл в Borderlands. Предыдущую серию этой... Я помню только, что мне пришлось взламывать игру. Так куда мне идти? Здесь будет какая-то херь, это точно. Мышкам очень быстро. Скорее всего, когда я эту часть пройду, я начну проходить вторую часть. Ой, блядь. Да тихо. О. Те челики меня услышали, да, походу? Так, пушка будет долго перезаряжаться, поэтому как-то так. Пока что с этим похожу. Да. О, мне робочасти нужно собирать. Хорошо. Так, бомбы. Я вообще управление, знаете, непривычно даже играть. Так, здесь мы пробегаем, получается, это место. И у меня развилка. Огромный знак вопроса. Огромяный. Что у нас по заданиям? Прокачка. Окей. Нужно сейчас помнить, что прокачивать. Это уже потом. Оружие. Задание. Починка. Найдите источник энергии. Почините медавтомат. А, это вообще первые миссии. Так, Сансгорж. Так, электростанция найдена. Подача энергии восстановлена. Силовые чипы, чипы скорости, шоковые чипы. Вот это я, походу, сейчас собираю. Зачистка, убить безбашенных солдат. Копия, убитый электро. Копия, убитый солдат с джекпаками. Это, походу, было в прошлом DLC. Кажись. Так, энергию впитан in the spa. Источник питания спа. Ой-ой-ой-ой-ой. Агент 01. Невыполненный. Вообще, я не понимаю, где что это. Хайпер. Пипец, как на голову нацелиться? У меня же теперь новая мышка. С того раза я же играл постоянно на X7, а теперь я играю на Блади. 6. Да.
Ой, тихо, 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 тихо. Ну шоком его, я думаю, должно убить было. Ясно. Так, броня восстановлена. Пушки, 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 которые не нужны. Я более-менее помню управление, как бы. Можно сюда пойти сразу к знаку вопроса. Мышку нужно настроить. Так, здесь я взберусь потом. Вот я думаю, тут, по идее, можно, нужно спрыгивать. А туда нам идти нужно. Окей, побежали. Надо, чтобы эти опять хери не повылазили из земли. О. Фу, тихо. Я вижу там огромный сундук. Вон красненький. Хотя, ну нафиг его, да? Побежали дальше. Так, кристальные гроты. Здесь будут враги стоять. Я куда-то в другую сторону, да, бегу? Или они надо мной? Куда мне вообще идти нужно? Так. А, да, вот, мне нужно здесь обойти, вот так, и туда попасть. Тогда возвращаемся обратно. Ульта на Q. Это у меня удары кулаками, да? Тихо. Да, я знаю, что я чисто выполняю все доп-миссии, если не ошибаюсь. Но-но-но-но-но. Сейчас как-то не так. Ага. Окей. Нападаем. Готово. А, я понял, это включатель какой-то. И... Так, вижу сундук, хорошо. Огромный знак вопроса у нас дальше по пути. Тогда забираем сначала сундучок. Как бы туда еще запрыгнуть. Оп. Да елки-палки. С той стороны не запрыгнуть, мне кажется. О, тихо. Нет, 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 нет. Это что за хрень? Так, что у нас там? Так, модификатор. Модификатор мне нужен. Как же это сделать? О. Там что-то фиолетовое выпало. Ребят, бля, не мешайте мне. Я еще помню, что я не могу прокачиваться. Бля. Тихо, не падай. Нет. Плевать, не на мой класс, но они дорогие. Все, сохранились. Побежали. Побежали, побежали. Так. Это я иду на большой знак вопроса. На большой непонятный знак вопроса.
потерял. А как кидать? Я понял. Бам. Да. Так, кстати, а что у меня по АВП? У меня есть что-то еще молниеносное? Мазука. Так, вот у меня снайперка есть. Перезаряжать, а вот мне не нравится эта пушка из-за того, что она немедленно перезаряжается. На ты гей, можешь постоять. Я сейчас зарашу, просто зарашу его. Неужели? Тихо. Где дробовик мой? Вот это, да, кажется, дробовик. Плевать. Ой, он хае кинул. Только не говори, что ты не умрешь. Умер. Конечно, нет, моей руки, но умер. Это тоже умирает. Щиты. Грин. Зачем тогда тут большой знак вопроса? Ну, ладно. Так, вижу турель. Мощный робокамикадзе. Вау! Так, ну это довольно сейчас будет просто. Берем снайперку. Доигрались на снайперке. Так, щит мы им сбросили. Чего? Чего? Короче. Погнали рашить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ладно, не вариант. Гея. Да вы надоели? Вот что он целится? Вот куда он целится? Зачем? Выруби свои ВХ. Знаете, он жесткий. Ладно, что здесь у нас? Патроны. Я могу просто базуку взять, да и все. И на этом покончить. Блять. Короче, где моя базука электрическая?
Так, это коррозийка. Электрическая. Что? А можно сразу не пулять по... до хера за раз? Спасибо. Ладно, коррозийка. Манать, я что, еще ту не взорвал? Короче, ну нафиг это все дело. Где мой дробовичок? Погнали. Чисто берем тогда на раш. Бомба. Подходи, подходи, подходи. Минус. Сейчас наполнится и пробегу. Так. Окей. А мы уцелим. Нормально, нормально, нормально. Так, ну тут вздыхает. Ой-ой-ой, я тебя понял. Все, до свидания, мне отхилиться нужно. Издеваешься? У тебя... Что? У тебя 100% защиты? У него 100% защиты, что за херь? Отвез урона. Ты чё, гей? Стоять, что у меня стоит? Блин, мне на урон тогда нужно, что на молнию. Тихо. Тихо. Все окей. Я это понял, что тебя хер так убьешь. Да и такой тоже вариант не очень. Как ни посмотри, 119 урона. Убирайся быстрее. Так, отлично. Успею пробежать, может. Побежали. Все окей. Ворота были открыты. Надоел. Какая бесячая ж тварь. Какая же бесячая тварь. Ладно, пока отхилюсь. Ориген у меня слабый, да? А прокачаться я тоже дальше не смогу из-за того, что у меня уже все тю-тю. Давай, у меня как раз там оружие сейчас уже нормально будет. Так, все, хватит. Так, он вот там.
Набирайся, набирайся. Ну давай, да быстрее. Хорошо, что она хотя бы бесконечная. Электрическая бесконечная. Наконец-то. Наконец-то. Минус один. На физурон я на них не пойду, потому что я их все равно не убью. Нужны боеприпасы. Готово. Сейчас этих убьем. Не беда. А, так у меня нету, да, тут зума еще одного. Да, дай мне патронов. Все, он умирает. Вот так. Два выстрела в глаз. Раз. Чё, блядь? В смысле урон не прошелся по нему? Ты что, какой-то особый? Робо-самурай. Мастер робо-самурай. Раз, два, все. На этот раз он не вышел. Все, где мои... Где мой дробовик? Пойдем рашить. О, тихо, у меня аж еще такое есть. Что это хотя бы за оружие, оно? Тоже дробовик стоять? У меня что, два дробовика? Жесть на то. Ну ладно. Кажись на том. Тихо. Еще не все. В смысле? Я в инвентаре был. Камон. Так, ты считаешь, что ты сможешь остановить робоэволюцию? Ты же не можешь больше контролировать течение этой реки. Неси не вперед к свободе, только если ты не построишь плотину. Дренажную систему или что-то типа того. Меня ты будешь остановить. Я привел парочку старых друзей. Где я вообще нахожусь? Как я тут вообще оказался? Я здесь на проходе же был. Ну ладно. Я не против. Я ж не против. Я не против. Так. Лджей пушка. Молодец, ты гей. Это значит, хорошо, что я все-таки успел, да? О, стоять, хилы. Мусорные баки. Не, вот эти роботы, они что, жестокие какие-то. Если нужны лекарства, подходим и берем. Так, повышение ближе к бою, так навык выберется. Максимальное здоровье, это мне не то. Продать. Ок. Ок. Взрыв, взрыв, шок. Я не вижу смысла от этой пушки. Нет. Нет. Щиты. Кстати, а какой у меня щит? 583, да? 155. Перезарядка 66. Нет. 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 Все. Что по-новому? Ничего по-новому. Ладно, побежали тогда. У нас на выбор...
Разве у нас есть выбор? Мне только сюда наверх бежать, в принципе. Там у нас ничего такого. Ладно, давайте сюда тогда сбегаем. Разрывные пули. Не, вот этот жесткий какой-то сильно. Он за вот этих, да, двух друзей говорил? Так, ну это мне сразу патронами тут что-то сильно очень нагружает. Если предлагать, нужно брать. Я вас понял. Я понял, что сейчас будет. Битва с боссом сейчас будет. Ну, поехали. Так, сразу беру тебя. Я вернулся. Стойте, я вернулся? Дерьмо. Кнокс. Трэп. Да-да-да-да-дай. Держу в курсе. Нихера. Нихера у тебя хп, приятель. Манать, ребята, как мне его грохать? Тихо. Так у него главный урон не проходит. Не, ладно, такой более-менее проходит. Не-н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 е. Куриная голова, уйди. Серьезно? Не попадаю. Пока тактика есть. Тихо. Тихо, 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 тихо. Я говорю, пока есть тактика, буду юзать тактику. Два, два, три, четыре. 5, 6. Где, где? Ой-ой-ой. Раз, два, три, 4, 5. Блин, если бы тот бы патрон у меня нормально был бы. Все, я бы его убил.
Вот и все, конец. Я вижу яркий свет. Он слепил так красиво. Нет, стоп. Это же просто солнце. Дерьмо. Враги рабоволюции ощущают настоящую боль. Мы роботы, и у нас легион. Да здравствуй, рабоволюция. Так, мне нужно много патронов. Там ничего... О, там везде все подкрывалось. Да, здесь тоже у нас были запасы. Мне нужны только барабаны. Кстати, мне только барабаны нужны, ребят. Как бы, давайте мне патроны. Так, еще. Ну, в принципе, босс этот довольно легкий по механике. По такой тактике можно его легко убить. Спрятавшись за камешком. Все, да? Максималка. Хорошо, что у нас получается? Мы в главной базе робота. Мы уже убили одного, и нам осталось только запустить подачу топлива, да? Энергии. И GG. Так, дробовик все перезарядился. Берем дробаши, побежали тогда. О, супер ящик. Взрывной. 40 кусков возьму. Херня. Фигня. 38 кусков возьму. 22 куска. А, не хочу. Так, по сути, мы открыли компьютер, да? Все. Так, там дверька какая-то. 23 куска, фигня. Я по урону смотрю. Фигня. 69 кусков. 48 кусков. Запускаем ПК. Невероятно, ты сумел сделать невозможным то, что моя команда считала невозможным. Ты проверишь так наши что-то ожидания. Возвращайся обратно, и мы начнем вторую фазу операции. Да сейчас, подожди. Так, это по низу, да, идти? А там более короткий, да, у нас путь получается. Вот здесь. Так, здесь я спрыгну, да, здесь более короткий, поэтому побежали так. Добежим до цели и все. Чтобы нас впереди ни хера не ждало. На подмостке. Здесь спрыгнуть можно. А, здесь везде. Ну хорошо, это так значит сделано. Я вас понял, держу в курсе. Элементальная тварь. Ты видишь, я не могу отхилиться. Так, хорошо, делаем вот как. Па-па-па-па-па, пушку сюда. Так, сюда. Готово. Опасная херь. Так, сразу ставим LG сюда.
Где мой пистолетик? Кью-кью нажимаем и бежим. И главное, ничего не из того не выпало. Пипец, они жирные. Дайте мне оружие хотя бы на такое. Я понимаю, что я мог бы взломать на максимальный уровень, но это было бы неинтересно. Так, все, отхилился, можно бежать. Так, я хоть в ту сторону бегу. Да, в ту. Да, идите в сраку, все. Меня нету. О, сундучок. О, 154 куска. А, дерьмо. Ай, муха в глаз залетела. Так, мне нужно в ту сторону. Падаем и бежим. Падаем и бежим. Вы что, умереть хотите? Все. Все. Так, развилка, куда? Все, держу путь. Давай, 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 давай. За 3 минуты должны выйти отсюда. Если я не заблудился снова же. Так, взять пушку. Где, где власть? Отлично. Ракообразные существа. Так, возьму лучше пистолет, с ним быстрее бегать. Использовать. Узрите, как ваши воины гибнут, попав под всекрушищую пяту революции. Так, окей, все, мы сохранились. Бежим отсюда нахер. И добежим и сохранимся. Если на самом деле знать то, что сейчас будет дальше, блин. Мне такое, чтобы оружие получше найти. А у меня только оружие максимум может выпасть 40-го, да? Ладно, побежали, короче, к мужичку этому. Сдадим задание и закончим. Фаст, фаст, фаст. Я просто думаю, он так быстрее бегает. О, видите, он как-то немного ускоряется. Или нет? А, я просто бежал, класс. Всё. Держи, ловушка для железяк. Мосты опущены, теперь приходит и ко второму фазе. Что за вторая фаза? Ловушка для железяк. Фаза 2. Ко второй, да, когда используют наши потенциалы, нарушают авторные права, Хаприон. Ну, что еще хуже, они собираются создать армию. Роботов, опустите мост, вернуть так. Ворвитесь внутрь и завалите там всех. И смотрите, не просри, так что-то там. Так, больше роботов нам точно не нужно. Так что напади на подпольную робофабрику. В Division Factory и отправь ко всем чертям эти ведра с болтами. Окей. Удачи. Хэппио заботится о безопасности. Окей, давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... до новых... Заходи, заходи. Что у тебя есть? Да.
И до новых встреч, друзья. Всем пока.